вот наш прототип режется. Вторая половинка. Продолжается наш прототип, но похоже мы его переделать будем. Можно маслица чуть-чуть добавим. Всем привет, 24 августа 2012 года, Андрей Кушнирюк. Значит, мы на радостях тут начали обдирку, ободрали нашу вставочку для корзиночек вчера, но сегодня не стали продолжать, потому что что-то меня спугнуло. Мне показалось, я вечером подумал, что возможно, они все еще большие слишком, эти корзиночки. И сегодня, значит, я Давиду сказал, что надо сделать маленький прототип. И сделали вот такую маленькую формочку, Вырезали, значит, корзиночку вверх и вниз на маленьких штифтах алюминиевую. И, в общем, поедем сейчас домой, жена сделает тесто, попробуем пожарить. Ну, я сейчас покажу вам, что получается. Я сюда пластилином натолкаю в эту тарталетку и посмотрим, что за печенье получается. Значит, шарик теста входит вот как раз где-то 26 миллиметров диаметром. Вот такой вот как раз полностью занимает всю полость. Значит, вот так выглядит наша тарталетка, когда мы вытаскиваем, снимаем, значит, эту крышку. И, на мой взгляд, теста не так много. Я напугался, что теста будет сильно много, но вот этот 25-26 миллиметров шарик, это не так много. Для тарталетки, я считаю, это нормально, потому что это будет размером с печеньку. Значит, попробую вытащить тесто. Но, тем не менее, пару недостатков, мне кажется, выявилось. Все равно, значит, пластилин плывет этот.
Первый недостаток, мне кажется, слишком мелкие детали. Вот эти вертикальные столбики, тонкие сильно. И вот эти вот поперечные, забор этот поперечный, тоже слишком мелкий, мне так показалось. И третий недостаток, это вот эта вот, вот эта юбка верхняя, да, она слишком, по-моему, тонкая. Надо, по-моему, увеличить толщину столбов, толщину забора и толщину юбки. А вот здесь, вот где я опасался, что вот здесь мяса много, здесь его предостаточно. А вот если бы разрезать ее пополам, я бы это показал, сколько там теста. Там тесто полно, а вот сама вот эта юбочка, по-моему, верхняя, она тонковатая, мне кажется. И будет обкрашиваться или обламываться. Хотя, может и будет выглядеть немного изящно. Не знаю, попробуем сегодня это постряпать. Это тарталетки и корзиночки. Посмотрим, что с этого выйдет. Так, значит, вот мы дома выпекли пару традиционных корзиночек и пару наших новых корзиночек. Ну, как говорится, первый блин комом. На наших плохо видны черты. Вот если перевернуть вот эти традиционные и наши перевернуть, то очень плохо видны черты корзинки. На этих мы видим очень ярко выражены вот эти вертикальные вот эти полосы, а на нашей еле видно вертикальных, горизонтальных почти не видно. Ну, снутри чуть-чуть лучше видно горизонтальные полосы. И, конечно, все это очень мелкое такое, что непонятно, что это за изделие. Конечно, вот эти традиционные сверху, они такие бесформенные, но если положить на них крем и варенье, то это в основном все прикроется и будет неплохо. Но на этих я хотел, чтобы видно были сверху вот эти, значит, характер этот корзиночки. Но надо будет еще с ней поработать, получается так. Сейчас я еще покажу вам, что мне пришло в голову. Значит, когда мы вот с нашего пробного образца вытаскиваем вот этот пластилин, да, я с ним начал играться. Вот эта корзиночка, да. Но если вот сейчас я выключу камеру, попробую маленько поиграться с ними, покажу, что получается. Мне почему-то стало нравиться корзинка с прямыми палочками. Вот если я на нашей выровняю бока без этой шляпы, без полей, да, просто выровняю, если вот эти бока, да, и корзинка получается более, лучше похожа на корзинку, по-моему, вот так, как вы думаете? С такими вертикальными, не вертикальными, а прямыми столбиками. Я думаю, она больше похожа на корзинку, чем вот эта вот шляпа. Вот эту я уже, мне уже не нравятся вот эти вот поля. А вот если сделать вот такую какую-то, по-моему, она была бы более похожа на корзинку, чем та. Как вы думаете? Хотя вот этот, ну, не совсем традиционный вид. Радиуса на вот этих нет, на традиционных. Там прямые линии. Но вот если их сделать покруче и прямыми, то, я думаю, было бы, понравилось бы женщинам. Ну, не знаю, будем пробовать. Назад за чертежный стол. Будем рисовать все по новой. Счастливо. До свидания. Положил еще варенье для пробы.
с вареньем вообще наша потухла корзинка. Вот это стало намного ярче. Это тут какая-то получилась шляпа непонятная с чем. Непонятно с чем. Так что, конечно же, будем что-то менять. Счастливо еще раз. До свидания.